Его в ДИСе нету. Его выкинуло, скорее всего. Что, эти мучения вот закончились? Попуга. Я нет, очень мало как-то дошел. Что его бревно отжимает? Где только за токеном? Не нужно. Токен один я продам он этому. Медведь, он меня хотел купить. А я с ним делю его? Да? А. Поэтому 40 я ему не продал, а с этого продал. Понял. Значит, просто Сумон, можно по рандом на это заходить? Сумоня. Че за вагон на ДК? Кто это? Слиперинг. А это банк. Твоя замена. Да-да-да. Как-то додаечь на твине это топ замена могу. Он даже Dark Fox теперь навашивает. Я вам такое. Вот что это такое? Паша Дэво. Угу, сейчас паладина. Паш, ты прилив не забирал уже? Еще или забирал, я не помню. Ну да, да. Да. Ты продать хочешь? Угу. Так продавай, ради бога. А где поле? Через час будет писал. Свои вопросы решает. Я не помню, он штаны лутал. Помнит кто-нибудь поле крутал штаны с Джайна? Эти кольчужные. Не стал их брать, собственно, но не может. Паша, ты умираешь, Паша. Ты в луже стоишь. Вообще я мир даже не стоял. Но урон проходил. Я был в текстуре. Там место должно было быть. Космо. Пойдет.
Вы сейчас с пекой породнитесь. Будет один сервер мук на двоих. Это не полезная информация? Хорошо. Неплохо. Паша, лесни, пожалуйста. 54к. Надо кому-то щит. А неплохо, я бы взял. Но транс. Да, сейчас, секунду. Там у него устойчивость стоит. Если надо, забирай, ради бога. Давай, ну посмотри, кто у меня на пулю. Там шарик. Нет, может на пулю, или я просто далековато от всего стоял. Странно, печально. Так, кольца у нас. Кольца я подаю. Курица, братан. Я вообще никого не напуливал. Саня может поставил кинуть, да. Это офигенно. Давайте посмотрим, полистаем. Я чешку помню, да. А тебя никто не напуливал с вами? Там дуб виноват был. Либо дуб, либо копич. Кто-то из рок. Паша, дерби, чекни, пожалуйста, ПМ. Пошел. Дерби? Ванка. Прыгнешь, дал?
пинхошку сопрёт. Мне нужно. Держи сумму. Это оставайся, значит он. Любу отправим. Ну или Рому, без разницы. Давай, Рому. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Это сейчас, наверное, после этого босс какой-нибудь, после Вальки. Еще посмотрим. Поставьте шкаф при смонте пару. Я чуть кофе на клавиатуру не ебанул. Давайте, погнали сразу. Присамонили. Тебе микрофон упал, что ли? Или что за зубы? Не, я просто... Микро упал? Я чуть кофе на клавиатуру не разбил, поэтому уебал его рукой. Всем привет. Привет. Пропажа пришла. Макрос, куки, бурлок, дупло, пека. Да. Я... Тут. Да, тут. Я типа в два окна. На рыбу. Чужаки ворвались. А, Сань, понимаешь? Тут в чем фишка? Они не могут пофиксить баг пета на ДК, а ты хочешь писать репорт про АМС. Пока дезурона не суманули в тему, сам по себе пет ДК был забавен. То есть ты вызываешь одного пета, у тебя инстантом второй можно отдать, и ты можешь заюзать два подряд взрыва трупа, два стана и так далее. Внутренний КД на спелл петта не работает. Это сам по себе баг критичен, но его никто не фиг. Тупо всем по. Жесть. У них все еще висит задание на починку петов шамана. Блять. Никто не пофиксит этих петов, потому что просто-напросто нет нормальных тестеров. Так, зато недельная чистка для пупы. Это точно так же, как на аренах фиксят текстуры. Грубо говоря, всех послали нахуй и сказали, добрый. Тупой друид. Зато мы добавляем звание. Звание. Нека, ты сейчас допиздишься, уходишь в сотку. Бля, я тут это, большого забрал, я его долго... О, спасибо. Это что, сотка? Блять, грипнул и умер. Понимаю. Ну так, грип равно агр, таунт. Таунт это понятно, но я умер сразу же. Просто в одно ГКД 10к и 18к. Куки нет. Космо просто завидует тому, что он не лутает голду у меня на голдранах. Тяжко, по-моему, неправильно работает. Ну и плюс, у него нету ДЦ, чтобы играть двойку. Зато у него есть хантис.
Косма, по поводу рейда ты бы молчал, а то я сейчас линкану свой стрим старый, и ты просто-напросто выпадешь. А ты с пекой поменялся? Ну, просто не помню, о том, что прохода нет. Нет. На нервы. Их тебя можно умотнуть и забить болт. Ну, какое себе решение? Я вылетел. Я забыл из этого драгоносца выйти, блять, там крашнула ошибка ему. Ты все время рыбачил? Паша, лезь мне, пожалуйста. Осколок. ГЦ банка. Я на вор. Понимаю. Прыгай, шаманчик, я... А, уже не прыгай, не поймаю. Давай присуманим маляра, чтобы он не скучал. Паша, дреби, чекни его. Я пишу. Дреби. Вообще я ее продавать думал, если нужна, не буду продавать. Ну я бы забрал, конечно, она мне на фрика по бису пойдет. Понял.
Лёва, ты шо, фаермаг, что ли? Давайте в центр можно. Это на стаке, окей, да?
Паулик, ты тут? Mm. Ты тренер с Джайна уже лутал? Нахапало, да, у меня есть, походу. И ноги ты не будешь забирать. Для включения некромантии у меня есть уже. Ноги у меня Т5 открыты. Ноги я точно брать ничего не буду. Окей. Я когда хапало собирал, я первые 4 попавшихся сразу же открыл, и все это ноги попались как раз. Я как чувствовал. Ты был готов умирать? Чувствовал. Дыхание, брать, чувствую. А почему, интересно? Кто его знает? Это удивительно. Не работает так, как вы говорили. Предрек. Так мы его за этим взяли, что ты думаешь? А вы на ком? Рыбу поставил, на лестнице стоит. Синдра. Ты чё? Сейчас кличу при самоним, Паш. А плинку можно? Какую? Ну, на там. Нет. Макрос уж так не выпало. Она мне прям так нужна. Если эксперимент, можешь попробовать, конечно. Так, а что на пол? Миллиард, что не хватает? Поставьте ему джипс, поштыкну джипс, пожалуйста. Право стоит. Дерево прыгает. Лёва на мэг. Понятно. Кто ловит, вар или шайбе? Вар. Ты?
Лёва, ну прости. Ты в мага его напулил или что, блядь? Да ты. Нет, до такого он ещё не опустился. Там сдохнешь. Да, там дыхание мое бьет. Я ж могу считать 45 градусов, не переживай. Ножки коротенькие. Паша, он стоял прямо там, где я, он сдох, я не... Хз, чё это было? Ну, знаю, для чего. Он близко к глыбе стоял? Да. Дальше религия не позволяет пройти или что? Зачем дальше? Чтобы, блядь, бегущим сзади тебя не перебегать, тебя и еще вперед хуярить. Обычно есть запросто. Освобожденку не стакайте, фаза. Дедлифт. Тимур, вставай, пожалуйста. Я ношу, видимо, вставал. Блять.
Ладно, я пошел в стак, сам ту сторону просто убегу. Че, может, блестим? Их там свободная точка. Скажите кто-нибудь меликом, чтобы немножко поиграли в глыбы. Сейчас я меликом скажу, пусть того босса убьем. Меликом я что, да? Фу, блять, баба. Поехали. Скиньте любимчиков, пожалуйста. Любимчиков освобожденки? Мне кажется, что и каждый освобожденку упал. Аура. Кстати, по поводу инспектора. Он мог слишком близко к глыбе стоять. Это старый баг, как только целка выпустили. Там, я не его знаю, фиксит, почему-то... Фиксит. Что, она глыбе не убивает? Проверяли уже раз. Так я прям в матрице стоял. Тогда хз. 82, 16... Лохануть. Вот лохануть. О, ТБЛ. Гонца Манта. Ой. У нас был хитрый план. Если нам один не нужен, то выпадет клык. Но что-то пошло не так. Настя 82к. Кто Тимура убил? Сам себя открытым ударом. Ой, господи, зачем? Там осколок по шпихе, да я. Да. Я смотрю. Что там происходит? С такими темпами пиха меня перегонит. Если уже не перегонит. По осколкам. Каждый босс падать. Пересохали банк. Так. Космолира. Галаран. Пека Галаран. Стал репорт. Кто тоже уходит. Я могу уступить на Рича. И Lucky Check. Можно на Эмке или что? Нет. Залетай в портал. Ой, как, давай быстрее. Да, Кокич, заходи. Короче, он АФК, я пошел, да. Если он АФК, он самый выпилится мне методом кика.
Все просто. Так, и... И инспектор Деларан. Все. Вот что у нас получается. Раз, три, без трех слотов. Если еще четвертый взять, вытянем или не вытянем? Из четырех, наверное, дохуя уже будет, да? Тени четвертого. Давай только быстрее. Лич хоть. Нет, может тогда на Вард зайти, там больше ДПС будет. Че будет? Вард больше дает. Зачем? Ну, окей. Сказали, вытянут, пусть вытягивает. Так. А друид это БР. Паша, прочитай ПМ, пожалуйста. Я ее продаю. Я тебе алебарды сейчас скажу мне. На ПВП пока шема нет. В армсе будешь бегать, да, с ним? Ну я и бегаю по пачку в армсе все время. Такое. Ну, как бы до Джайны она предбисовая идет. То есть шем, Джайна и она. Три варианта. Ой, как тебе? Ты ничего не забыл? Талт. Талт. Так, и... Все, я вдавал. Давай этот лифт еще тоже вдал. Попробуем еще один выцепить. Влад, да, Баран. Паладина, ну... Че, паладины? Аляр есть. Ну, минус третий паладин. Ладно, хуй с ним, давай оставим тогда. Меня можешь выкинуть. Давай вару уберем. Давай дупло, да, перекинем. Паша, на Джайну можно будет залететь? Че, серьезно? Четыре вагона? Да. Они умрут, я надеюсь, сначала, да? Или нет? Отлично. Да. Че за бомжи? Такие ж, как ты, блядь. Штопанные. Вперед. Давайте, рибав, там мы едем. Лёва, ты на лече? Вообще, вроде в коте. Блядь. Шаря, значит, да? Тем пока не хочет и лугается. Скаф, как сразу мне самому. Это бот периодически лагает? Да, да, Паш. Что-то херня я какая-то, вот... блядь. Я все думаю, что это у меня сворачивается, у меня все нормально, блядь. Я РЧ запускаю.